Знаменитый пиджак Александра Ивановича Тихонова весит почти 20 килограммов. Да еще 22 медали не уместились. Однако решил он, не вешать же их на спину. Ну вот это годы моего труда. Его талантом станет отнюдь не быстрый бег, а постоянное желание совершенствоваться, необычайное упорство, стремление преодолевать любые барьеры. Его жизнь – пример воплощения мечты для многих поколений, и не только спортсменов. Неуемная жажда жизни, юмор будут сопутствовать ему всегда. Этого человека нельзя воспринимать вот в одном измерении. С одной стороны, да, хохмач, с одной стороны, значит, вот шутник, но с другой стороны, это яркий человек, это патриот, это человек, грудь которого украшена многими правительственными наградами. Пиджак с наградами на одной вытянутой руке держать невозможно, это просто, это доспехи, понимаете.